Всем доброе утро. Сегодня хочу поразмышлять о такой насущной для меня теме. Это то, что сегодня многие ребята из молодежи говорят фразу, что я не хочу работать на дядю, хочу работать сам на себя. И у меня тут диссонанс некий, потому что этот человек держит в руках телефон, который сделала корпорация, где огромное количество людей работают на дядю. Да? У него есть телефон, он живет в квартире, он пользуется общественным транспортом, которые создали заводы, в которых люди работают на дядю. То есть у меня вопрос, а одежду он как будет себе этот человек сам шить, да? То есть или он будет заказывать человеку, кто ему пошьет портной вручную, ну хорошо, а ткань это кто будет делать? Ведь это же тоже фабрики, заводы, которые делают эту ткань. И у меня, ну, реально диссонанс. И мне кажется, что те люди, которые не умеют работать на дядю, скорее всего, они сами на себя не будут работать качественно и ответственно. Ну, вот такие мысли на сегодня. Всем хорошего дня!